громовых бомб, о которых сказал Владимир Вольфович. Наиболее прицельный огонь ведется именно по мирным массивам, хотя они прекрасно знают, где у нас блокпосты, где у нас линия фронта, где находятся ополченцы. И по непосредственно концерну «Стирол», где находится аммиак, и что может привлечь, ну, привести просто к катастрофической экологической последствиям. Надо понимать другое, что война с Россией уже идет. То есть, естественно, это гибридная война и без пока, слава богу, втягивания России в прямой конфликт. Если бы не появилась ЛНР, ДНР и Новороссия как таковая, война...